летом повсеместно пробки. Вот кольцо. Симферополь, центр, Ялта. Ой, никогда с летом не было пробок, теперь пробки. Стоим уже минут 10. Вот заправочная ТЭС. Заправочная ТЭС, сплошной прогресс. Какие проблемы здесь вот. Пробка на пробке. Там по кольцу на ту сторону надо. А чтобы проскочить, надо еще знать, как проскочить. Кольцо не главное, или не главное, не поймешь, кто тут главный. Становимся вот так. Спасибо, пропустили. Время 9:04. Вот видите, какая машина, сколько машин, да? Там проскочил, а тут сколько машин. Да, все едут на работу, понятно. Я-то из города еду, они в город едут. Сколько машин. Да тут и из города тоже, вон. Колонна идет. И так каждое утро. И каждый вечер. Транспортный коллапс, особенно летом. Вот две гаишные машины идут. ГИБДДшные, так не вы говоришь, ГИБДДшные. По-моему, ППС и ГИБДД куда-то движутся. И мы за ними в колонне. Сейчас выходим на серпантин. Следующая пробка нас ожидает в Инкермане. Там, где выход на мост через ручку Черная. Наверняка здесь где-то гаишники стоят. Смотрю, фара мигнул. Товарищ встречный. Посмотрим, что они тут делают. Пока никого не видать. Наверное, стоит этот самый выездной, так сказать, письмо счастья готовит. Сейчас посмотрим. Знаков понаставили здесь на каждые 100 метров по 2 знака. Это мы по серпантину едем. А вон машина стоит, и нас наверняка снимают. Сейчас посмотрим. Да, вот они снимают. Машину я прикрыл специально, чтобы не видно было. Негодяи, я скажу так. Стоят не для того, чтобы безопасность дороги обеспечить движение, а для того, чтобы штраф людям выплатить.
Отъезжаем в Инкерман. Серпантин заканчивается. Сейчас будет крутая петля вправо. Сколько знаков наставлено. Вот он, крутой поворот вправо на 180. Ну, обычно за мостом начиналась пробка. Посмотрим, как сегодня. Я еду не в город, а из города. Будем считать, нам повезло, практически пробки нет.